Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами Даев, и мы продолжаем наш замечательнейший сценарий «Свалка». В общем, выражаю огромнейшую благодарность Ильясу за его поддержку на батарею. Спасибо тебе, мой дорогой, очень приятно получать поддержку. В общем, друзья мои, на чем мы тут остановились? На том, что у меня есть еще один трастер, на том, что у нас есть батареи. Трастер мы должны сейчас себе ставить обратно в зад. Сюда. В общем, здесь решаем, как это все лучше расположить. Естественно, будет все с паузами. Давно не было инженеров, и я по ним соскучился, ребята. Надеюсь, вы тоже. Так что у нас дел не в проворот. Кончай бегать кругами. Немножко опять перенянчил свой микрофон. Все, стараюсь улучшать контент. В общем, внезапно узнал, что у меня там конвейер не работал. И теперь вот эти вот бутылки я отсюда вытащить просто не могу. Так, ну чё, с чего начнем? Так, начнем мы с конца. С конца ли? А с конца ли мы начнем? В общем, двигатель есть. Двигатель есть, это я все по... Не маши ему ручкой. Ну фи. Эх, резачок такой хороший был. Ссылочка внизу в описании на поддержку на резачок. Спасибо. Байтю, байтю. Так, могу ли я тебя дежапировать? Могу. Это меня радует. Хорошо. Так, мы его сломали. Теперь на своей силушке богатырской мы его потихонечку-полегонечку. Экс. Ага, я забыл, ребята. Я же обещал в начале видео показать список модов, потому что мой сценарий почему-то не загружается. Давайте сразу же так и поступим. Это займет пару секунд, но я обещал. Выход в главное меню. Вам меню и тебе тоже. В общем, я начинал. Почему-то у меня неадекватно работал джетпак, поэтому я сменил эту модификацию. И вот, пожалуйста, изменить настройки, моды. Вот такие вот моды у меня используются. Музыка, как обычно, орёт. Так, вот эти вот стандартные моды. Ну, в общем, вот такие моды у меня стоят. Ищите по названию. И вот еще чуть-чуть. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Вот такие вот моды у меня установлены на моем сценарии, и он, в принципе, играбителен. Играбителен. Когда они... 12 лет прошло, они не могут музыку в меню и в игре сделать с одинаковой громкостью. Японы они... Блин. Так. Ну что, на паузу ставимся. В общем, свои моды я показал. Все, как вы видите, работает. Как китайские часы. Поэтому обновление в Space Engineer выключено от греха подальше. Смотрел стрим... На днях, ребята, кины стримили там. Эх, они уже в Rage 3, там, третий инженера задумали, и воду нам даже показали на этом стриме. На стриме канал 145 тысяч подписчиков, и смотрел целых 120 человек. Ах, прям красота. Играл в тот момент 1500 человек. Вот это вот развитие. Да, кстати, я могу увидеть, я перезашел даже показать лайк. О, работает. А после того, как честь отдашь, уже лайк не покажет. Все. Только вот. Ха! Все. После того, как отдаете честь... А, нет, показывает. Ладно. Не суть важно. Так. Что мы можем сделать с моим кораблем? С моим кораблем мы в первую очередь должны сделать... положить батареи. Ибо грядет. Установить вперед трастер, который будет тормозной. А вот куда вот его... установить. Может, прям сюда вот его и установить, вот за место этих двух. Мне надоели самолеты с по типам и так сойдет. Сюда вот его поставить. В принципе, у меня резак-резак, но он вот так. 5 километров туда. Может, слетать, а? Минус ННЕ, 5 километров всего лишь. Но это вода же там будет. Будет. Так, ладно. Потом слетаешь. Давайте его проварим. Силушки своей богатырской попробуем его закинуть. Если не получится, то, значит, не уверен, не обгоняй. Так, мне понадобится туева хуча моторов. Фе. Туева хуча моторов. Такая туева хуча у меня моторов, я вам скажу. Это мне не надо, это мне не надо, это мне не надо, это мне не надо. Моторов и труп. Больше чем уверен, это все, что он от меня просил. Ну да, моторы. Моторы, моторы, еще раз моторы. Продолжаем в том же духе, и мы победим.
Так что спасибо вам любым за любую поддержку. Так, это мне не понадобится, это мне не понадобится. Дай мне на сдачу 90 моторов, мы сразу же его проварим. И... вот. Я просто боюсь его уронить и разбить. Ибо грядет. Так, силушка богатырская. Поднять не сможешь? Дистрофик. Не сможет. Фи. Так, ладно. Кадр 2, дубль 3. В принципе, мы можем его и сюда поставить. Для начала мы что должны сделать? Для начала мы должны уронить все батареи на... уронить. В смысле, положить все батареи. В общем, сейчас будет пауза, и вы увидите, когда уже это все будет сделано полностью и нежно. Потому что это займет немного времени, и я экономлю ваше время. Плюс отсюда еще пару батарей можно взять. И надеяться, что мы больше так не будем поступать. Фе. Хорошо. Так, это я сделал, это я сделал, это я сделал. Положить все батареи. Это может быть пониже все зафиксировать, а? Как вы думаете? Давайте сейчас подумаем, а потом уже решим, как мне его сделать. Потому что вот такая раскривушка, она ну такое себе. Плюс хотелось бы большой сундук сюда поставить. Вот это вот мне сейчас ходить мешает? Мешает. Так, это тоже пока мешает ходить, но это спасение от того, что мы туда упадем. Ну, в принципе, вот это вот лишнее. В принципе, вот это вот тоже лишнее. Хорошо, целые орлы, орлы. Вот здесь то, что не пройти к кабине, это очень-очень плохо. Так, куда? В принципе, если... сломалось вот это место, то можно считать, что официальный звездец произошел моему кораблю. Правильно? Правильно. Так что я думаю, что большой трастер мы поставим на тормоза сюда. Эти мы раскидаем по сторонам. Ну и нехрен попу морщить. Давай работай. Кто не работает, тот ест. Эх, если бы так всегда было. Так, ну-ка, фе. Выкинули каку. Ну-ка, фе. Выкинули каку. Хорошо. Так. Это два тормоза. У меня же тормозов было больше. И тут еще два тормоза. А, один. Обманули. Вот я не продумал сразу же систему. Систему ниппель. Пока солнышко у нас встает. Систему ниппель не продумал. То, что у нас, как бы вам помягче сказать, не лагай. Че я не продумал-то? Блин, меня знает. Че-то не продумал. Ну, здесь вот отличный трастер встает. Здесь тоже хорошо. Даже место под сундук есть. Но это не место под сундук. В общем, здесь будут жить батареи. Вот это я тоже пока что отсюда дежапирую. Такс, такс, такс. Ой, куда это я понажимал-то? Так, тебя вылечим. Батареи просто положим. Вот так вот они будут лежать у меня. Раз, два, три, четыре. Угу. Так, взлетные трастеры. Хотим ли мы их опускать на этаж ниже? Ну, такое себе. Но, в принципе-то, можно было бы. Можно было бы их пониже опустить, чтобы они не упирали. И крышу надо сделать. Ну что, ставимся на паузу и наслаждайтесь, как Юрий Александрович это все сделает. Ну что, ребята. Процесс идет, и танки наши быстрые. Установил две батареи сюда. Здесь у меня как раз будет трастер тормозной. Отсюда батарея уходит в бар. Так, это я подготовил, это я подготовил. Вот этот я сейчас блок пилю. У меня падают все... не падают. Падают. И возвращаю сюда блок. Хорошо. Потом, почему я так поступил? Потому что мне нужно поднять два этих. Для того, чтобы мне поднять два этих, сразу же, чтобы их по одному не ставить, мы на ту свою раскривушку, которая у меня заряжалась где-то. Где у меня это? А, вон она. Потерялась и я. Прыгала, прыгала и потерялась. Мы на нее сейчас добавим пару моторов, для того, чтобы она хотя бы поднимать могла. Мы же эти моторы спилили. Так, ты нормально себя чувствуешь? Нормальный? Нормальный. Так, вроде все нормально. Гаситель включен. Боюсь. Зарядка включена. Давайте посмотрим. А то писаюсь немножко. Где эта лецкая баянная батарея? Авто. Все шикарно. Так, то есть мы на P нажимаем. И все, отлично. Ну, почти не летит. Ну, это естественно, что он почти не летит. Сейчас мы ему почти поможем взлетать. И сделаем все вот эти вот прелести уже нашим вторым кораблем. Такс, такс, такс. Где мой трастер? Вот здесь. Хорошо. Ой, блядь. И он и правда почти не летит. Он вообще не летит. Так, понятно. Игрик. Так, куда тебе воткнуть их? Давайте, наверное, сюда и воткнем.
Тут же нет физики. Это вам не Вампирион Галактик Сурвайвалс. Тут пофигу, куда ставить трастеры. Зато здесь есть вода. Ну, это первоапрельская шутка была. Нет, ну, на ВРЧ 3-то нам показали воду. Я им тоже много чего могу показать, правда. Фотошопом владею. В общем, такое отношение немножко не импонирует развитию игры и желанию покупать, потому что еще ни один проект не дошел до ума. Вот, молодец. Так, где-то я тут еще накидал, да? Да. Так что троих вполне хватит, чтобы двойной поднять. Подмять. Идем. Осторожненько. Извините, я просто спросить. Такс, хорошо, отлично. Смотрите, как много всего успел. Всего лишь навсего прошло 10 минут. Ну, солнышко еще не село, значит, прошло 10 минут. Оп, застрень. Опа, опа, опа. О, профессионал. Юрий Александрович, профессионал. Надо было сюда. Ну, японский слепень не увидел. Так, у вас все нормально? Нормально. Так, здесь вроде все тоже нормально. Ну, слушайте. Да он и так должен поднять. Имя нет? Не должно. Так. Значит, давайте силушкой богатырской. Раз, два, три, четыре. Стой. 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 Тебя плюну. Два раза. Давай ты. Собака ты крашеная. Камцу папа. Вот так и стой. Стой, так я все улажу. Там грань, что ли, получается? Почему он не стоит на нем? Хм, подозрительно. Нормально. Так. Теперь. Переходим к плану Б. Бежим. Игрик. Аккуратненько. Так, с какой стороны я его буду подставлять себе? Стой. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Нежнее, нежнее, нежнее. Здесь эти ошметки, правда, мешаются. Но ура, блин. Что-то там в 2 километрах. Видели, видели, видели? Фантастика. Нет, сынок, это фантастика. Так, гасители я выключил. Фу, нифига себе, сколько силушка во мне богатырской. Кашку кушал, что ли, Юрий Александрович? Юрий Александрович, как обычно, не жраль. Знаете, такое. Гаситель возвращаем взад. Вот так вот. Правильно же я просчитал? Я развернусь на 180 и буду как избушка. К лесу передом, ко мне задом. Так, нежнее, 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 нежнее. Нежнее, нежнее, нежнее. Еще ниже, ниже, ниже. Мне надо совсем его ровно зацепить. Опа! Срослась. Так, теперь вопрос номер 2. Вопрос номер 2. Раз меня переворачивать с ним. Как вы видите, я ничего не... А, вы не видите. Ну, ладно. Я наварил на него эту решеточку-то? Наварил вроде. И там вроде наварил. Так, 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 так. Значит, по логике вещей сейчас мы расхерачим все вместе взятое. Будем себя чувствовать. Вот. О! И теперь пи. Не удается. Пи. Вот цеписька. Сделель. Так, это я сделал, это я сделал, это я сделал. Теперь мне нужно взять вот эти 2 трастера сразу же. И вот чуть-чуть их отцепиться отсюда. Так, нежнее, 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 нежнее. Нежнее, 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 нежнее. Хорошо. Так, теперь бы мне не разбиться. Перевернется? Перевернется. Собака. Надо тензор энергии, что ли, немножко это, растого. Сейчас мы попробуем нежно приземлиться куда-нибудь. Не расхерачив это все. Как же дрожит. Это вот из-за поршней. Ну все. А, стоит, как молодой. Давайте сразу же эти сраные тензоры. На роторе, наверное. Так, добавить головку. Добавь. Во, вроде получше стало. Но это не точно. Давайте проверим. Получше стало? Крысота. Ну и ладно. Все равно немножко очит. Каждый очит кто как хочет. Так. Ипс. Лестрат Кастратович, блин.
Жопа горит. Жопа пылает и горит. Так. Эти гироскопы мне не нужны, поэтому я здесь застраиваю. Чем крепче, тем лучше. Так, значит, сюда. Сюда. И сюда. Устраивает нас расположение их здесь? А почему именно здесь? Почему не поближе сюда? К кабине? Взорваться-то полностью. Это я вот N-цать блоков уже теряю, правильно я мыслю? С точки зрения оральной эрудиции, правильно. Так. А какая нужна была высота? Ай, пиздец. Здесь у меня как раз дырка, а здесь у меня трастеры. Эти гироскопы. Гироскопы вам здесь не рады. Через один или большой? Мне кажется, сюда надо бахнуть этот и к нему прям прилепиться. Этот бахнуть. Давайте этот бахнем. Он где-нибудь будет в конвейерах. А, где этот маленький бесстыдный разделитель? Вон он. Попавись мне. Экс, не ты. Не ты. Не ты. Вот ты. Стой так, я все... Нет, тоже не ты. Это сортировщик внезапно. Вот. Офтянг. То есть два выхода есть? Да вернись. А можно вокруг своей оси? Можно. Вот. А они во все четыре стороны, так что без разницы как. Устраивает. Я в тебя плюнул. Два раза. Дай пластину. Пока в лес не убежал. Какая лять придумала автоповорот и как нам, с каким пафосом нам об этом сообщили? В игре. Так. Я уж не хочу совсем все за кадром-то оставлять. А иначе что смотреть-то будем, ребята? Смотреть-то чего? Уходи. Сейчас мы найдем. Там места у меня хватает спереди. И сзади тоже. Будем делать более компактную машину. Какие? Бросаю прям это. Совершенно. Так. В общем, сюда вот они встают. Но на какую высоту? Вот это вот вопрос. Давайте считать. Сейчас я своего Филистрата Кастратовича подниму. Раз блок. Ну, мы так можем считать. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть здесь, если будет дырка, вот вырастим. То есть раз, два, три. И там горилла, да? Раз, два, три. То есть мы делаем... Прилепидлу вот сюда. Здесь вырезаем. Главное туда не упасть, иначе хер выберись. Так. Здесь заармируем, кстати. Сейчас весь корабль у меня будет прям как Порш. Так, раз, два, три, да? Это от низа. Раз, два, три. Чтоб там оно уже у меня дымило. Но не вылазило. Широкую на широкую. Раз, два, три. Воу. Это у меня считается от нижнего края, правильно? От какого края я считаю? Да, и там будет как раз запас на подымить. Раз, два, три. Хорошо. Устраивает. Лепи. Так, они проваренные. Нормально себя чувствуют. Я боюсь, что я вперед не смогу так наклониться. Но попробуем. Чем черт не шутит, тем мужик не перекрестится. Ну ладно, ломать так ломать. Почесал свои ягодицы. Ну что, поехали. Сейчас мне не даст, вот по-любому не даст застыковаться туда. Так. Как услышите бум, значит приехали. 0,5 метров, говорит. Ёпта. Так легко было? Это было так легко и просто? Фея. Чё, правда? Это профессионализм. Так. Вернемся к нашим баранам. Делаем всю эту систему компактней. Это можно пока убирать, ибо оно здесь совершенно не нужно. И чтобы я здесь по бокам мог бегать, хотя бы в кабину попадать. Здесь зашью. Слушайте, отлично. Даже выход есть. Я, по-моему, криво его приварил. Не, нормально. Нормальный. Так. И что мы здесь имеем тогда? Сейчас я посмотрю. Слушайте, отлично, мы здесь все имеем.
и нас и отлично здесь имеют. Волшебно. Як? Чтобы не скучно было. Вот. И я их как раз зашью. Я ж сюда смогу поставить блок. Вот. Офтянг-то. И больше мы так не перевернемся никогда. Слушайте, у меня сейчас такая будет. Усюк. Главное не забыть на него поставить гироскопы. А то полетит. С балкону. Так, вниз я пока подлезть не могу, к сожалению. Кто меня убить пытается? Ты, что ли? Так, здесь у меня дырка на бур. А снизу я не могу еще что-нибудь тут напаксничать. Вот эти вот, кстати, вот эти вот надо бы вернуть. Компонентно-решеточные вещи. Текс. Слушайте, ну мне нравится. Однозначно. Правда, вход в мою эту штуку будет с одной стороны. Ну и ладно. Не сильно и хотелось. Да, кстати, вот эти вот два блока бы я делал бы из решеток. Вот сюда, сюда. Чтобы если уж стукнулся, то стукнулся, по крайней мере, решетками. Жалко, что у меня решеток не так много, при великому сожалению. Я так рассматриваю с такой любовью вот это вот все. Жалко, что у меня высоты здесь разные. А мы можем, кстати, повторить вот эту вот сторону в эту сторону. Широкую на широкую. Неправильно! Ладно, шучу. А, но то, что его сюда надо продвинуть, это однозначно. Однозначно. Так, вот это вот убираем. Временно и вечно. Так, как раз место для гироскопов. Правильно? Или место для... Нет, место явно для гироскопов, потому что право-лево на одной высоте, иначе будет не фэншуй. Вы же все хотите фэншуй? Я тоже хочу фэншуй. Сейчас уже полетим, не переживайте. Мы уже все поставили, он уже готов драться. Так, на чем мы остановились? На вас. А вас? Куда-то я его не туда, по-моему, выкинул. Да, явно. Так, встань так, я все уложу. Бум. Мы туда слетаем сегодня, посмотрим, конечно, что нам там дают. Что нам там вкусного дают. Так, ты идешь сюда, ты идешь сюда. Два гироскопа мне, в принципе, предостаточно. Ведь. Или Страт Кастратович мой. Даже бы три поставил сразу же, 9. Раз, два, три. Один хрен на это место пустует. Не лагай. Ну, прошу тебя. Ну, пожалуйста. Понятно. Начало 2. Потом третий. Так, повернись-ка. 120 кадров показывает. Но лагает. Текс. Нол. Так, а что у меня по серии? А, я же там паузу сделал почти час. Что у меня по серии? Серия так и шепчет. Ну ты чего? Забери меня скорее и унеси за 100 морей. Целуй меня везде. 18 мне уже. Хорош. Так, продолжаем нашу конструкторскую мышль. Все будет компактненько. Если уж расхерачим, то сразу все. Мимо нуля промазал. Текс. Я еще даже не знаю, как у меня поведет себя микрофон с новыми настройками. Вдруг вам не понравится. Есть же у меня еще третий гироскоп? Я хочу третий. Первый, я второй. И вот так вот мы их как раз это... Ну, вот сюда не могу, потому что хочу третий. Но хочу. Хочу! Текс, хорошо. Это все зашьется и будет броненепробиваемое. Дальше тут пойдут батареи. Правильно? Правильно. И зашьется все. И здесь зашьется. И здесь зашьется. И полный, и здесь. Так, ты кто такой? Давай, до свидания. Тебя мы попилим пизже. Где-то у меня тут... Вот они. Пригорюнили. Ну-ка, давай, иди со мною. Молодец. Вот. А вы говорили, засахарилась. Гуль на выдумке хитра. Текс. Этому приварил. Чего у меня с кадрами? Такое ощущение, что вот 120 кадров показывает, но ощущение, как будто их все 10. Игра. Иди спать. А, там 4 километра кто-то был. Текс. Продолжаем. Повернись-ка. Ну, повернись, не стесняйся. Давай гидаун херься.
новое выражение. Гидаун Хирся. Шансунг бы оценил. Точнее, Скорпион. Ну давай, я на тебя сейчас прыгну. Вот, пока не пнешь, не полетит. А почему ты красный? Что с тобой не так? Ты что, не мой? Ваш относительно... Ваш? Точно ваш. Он, скорее всего, выключен. Больше чем уверен. Так. Так. Текс. Значит, впиховываем. Ну, давайте по центру, чтобы не ошиб... Не это. Не морщить себе свою жопь расчетами. Да, он явно выключен. Бедолага. Эх. Кто это улетел? И сюда. Оп. Оп. Оп, оп. Текс. Стараюсь все это поактивнее делать. Не убей ближнего своего. Уйди от меня. Давай. Гидаун Хирся. Правильно же я его сейчас поворачиваю? Правильно. Так. Теперь надо так. И теперь надо так. Не туда, не туда. Вот так вот. Вот, молодец. Стой, не падай. Не падай. Я бы его повернул бы вокруг своей оси для красоты феншуйной. А, нет, вот, вот моя красота феншуйная-то. Ладно. То я строю себе супермена. Вот, молодец. Слушайте, феншуй? Феншуй. Отлично. Юрий Александрович, ты смог. Так, сюда. Придвигается двигатель. Правильно? А что мне мешает его вплотную сюда захреначить? Ничего. Так. Я бы, конечно, отделил бы, но... Такой себе. Текс. И это мы ему, значит, если мы его сейчас это, то... Как бы его вот сюда протащить-то? Его же еще не подпилишь. Его, в принципе, можно отпилить, но он, по-моему, упадет. Даже не по-моему, а точно упадет. Так, вот второй вот сюда вот мы можем приварить. Раз. Это как раз раз. Яйцетряс. Проверка студийной аппаратуры. Раз, два. Насколько он близко сюда встанет? Вот в чем вопрос. Раз, два. То есть первый не варится. Раз, два, три. Ну давайте вот сюда вот его проварим. И не будем себе особо это... Ну не получится, значит. Не уверен, не обгоняй. И здесь... Полный. Раз, два. Должен. Ну, должен. В теории должен. Так. Эта вся жопа мне, в принципе, в таких масштабах не нужна. Так, поставлю на паузу, спилю жопу. Очень даже нежно уронил. Прямо, вы знаете, прям аж самому понравилось. Сейчас мы его перевернем. Нужной мне штучкой. Я же штучку проварил уже там. Да, это вот как раз вот его и надо вот так вот положить. Вот так вот. И зафиксировать. Все. С той стороны беру и сбоку заношу. А могу ли я его в жопе вот так взять? Было бы идеально вообще. Проверяем. Гасители. Склерозник. Давайте попробуем. Так, нежнее. Идеально. Пока что все идеально. Тик-тик-тик-тик-тик. Уберите этого с руля, я не с руля, Чебурашка. Волшебно, блин. Просто волшебно, ребята. Сегодня вот у меня прям... Усюк. Там говорит, в 4 километрах туда. Может слетать, а? ННВ 4 километра. На этой-то долечу. Такое себе. Я отмечу вот это вот, 4 км. Я его направил сейчас туда. И здесь отмечу 4 км туда. И по пути наименьшего сопротивления туда и долетем. Долетем. Так, ДАЭФ. Новые с текущей позиции. 4,2 там, по-моему, было. 4,2. 2 по курсу. Разберемся. 4,2 по курсу. Вот. Вот. Если вот это по курсу, то по курсу. Так, что мы хотим еще здесь сделать? Проверить, насколько здесь хватает батарей для начала. Для начала на 14 дней. Заряд 800. 800.
Ну, в принципе, я его и за пару минут зарядить могу. У меня сейчас, если те батарейки разрядить, то будет вообще отлично. Так, и у меня, по сути дела, все есть. Все включено. Ничего не летим. Ну, почти все включено. Еп. Так, пока мы здесь, давайте разберемся с нашими трастерами и этими сраными группами. Все large трастеры сейчас мы сюда. Большой NF-ускоритель, да. Оно. Такс. Карг-контейнер не оно. Не оно, не оно, не оно, не оно. Где? Че, это все, что ли? А, у меня право-лево нету. Сиди, дурак, я сам открою. Нет, право-лево есть как раз. Волшебник, что ли? Трастер сохранить. Выколь. Сейчас по логике вещей. Так, ор-детектор пока не нужен, он выключен. Так, также один из гироскопов, по-моему, у меня выключен. Да, выключен. Давайте его включим. 2 киловатта жрет. Совсем с ума сошел. Но у меня же есть маленькие трастеры. Ребята, где-то должны быть маленькие трастеры. Вот они, атмосферники. Лево, лево, право, право. Нет, они все в группе. Просто надо все... отображать на экране сделать. Нет. Вот так вот. Я не знаю, что ему надо сделать, чтобы он весь показался. Но, видать, руками. Ну да. Ручками своими. Я их потом назову. А я их и назову сейчас. То есть поставлю везде 0. И будем знать, что это все 0 трастеры. Он ВАК. Представляете? ВАК. Так, это все равно все надо делать, иначе будем путаться. Тут нету такого, что... Так, большой атмосферный тоже нол. Еров. И тут нол. Все, больше трастеров я вроде не вижу. Как бы я ни старался. Так, резак, резак, прожектор, прожектор, прожектор. Так, трастеры. Так, мы можем выйти и обратно войти. И теперь у меня все нол, 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 нол. Вот они, мои сладкие. Раз, два, три туда-сюда, раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, нормально. Чему-то на один больше получилось. Ладно, разберемся. А, ну у меня же два сверху. Точно. Точно, точно. Так, и теперь я бы добавил право-лево. Поставил бы это как-нибудь покомпактнее. Вот это вот отсюда уходит. И еще одну батарею, да? Да, я думаю, что да. Юрий Александрович думает, что да. Ты кто? Ты кто такой? Давай, до свидания. Так, вот как раз здесь два трастера. Не складывай все яйца в одну кучу, Юра. Не складывай. Чревато. Чревато. Так, один трастер, значит, один отпиливаем, да? Ты идешь со мной. Тут двух трастеров вполне достаточно. Ты вообще глохнешь. Как терминатор, пиздох. Бедный. Так, добавляем трастер вправо-влево. Тут мест нет? Мест нет. Жалко. А вот сюда один влево встанет, и туда один вправо. Ну, асимметрично, я понимаю. Все понимаю, как собака. Ну, куда деваться? И мы такие, жизнь такая. Ну, тут вот прям, блин. Ну, может, еще на одну? Да, давайте еще на одну. Зря спилил, правда. Ибо это грядет, ребята. Если... А, слушайте, мы же в другой игре. Тут так блок-то и не взять. Он тут мало того, что он не так возьмется, так он еще и через жопу раскорячится. Эх, инженеры, инженеры. Так, сюда трастер, сюда трастер. Значит, вот это сюда переставить, вот это сюда переставить. Широкую на широкую. Неправильно. Все равно не получится. Ну их. Еще я с этим не мучился. Пойдет. Хотя компактно бы хотелось, конечно, сюда вот их. Дай, дай. Я уже хочу слетать. Посмотри. Оу. Оу. Оу, ей. Так. Не тупись-ка. Не тупись-ка, Юрий Александрович. Так. Сюда. Вот и эти два трастера сюда. Так, идешь со мной. И тебя тоже вылечу. У меня даже с одной стороны получается даже симпатично. Но это не точно. Такс, 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 такс. Слушайте, у меня прям сегодня прям взлет и посадка. Ну давай ты. Давай, ползи. Эк. Эк.
этому дала, этому дала, этому дала. Чё? Компьютер? Компьютер? Ляр. Есть компьютер? А если найду? Нету. А если найду? Чё я поднажимал-то? Так, компьютеров нет. Ну, выдержитесь. О, здорово. Давно не виделись. Так, мне еще надо что-то со солнечными панелями. Со солнечными панелями придумать. Давайте немножко компьютеров тут зацепим. Сто. Немножко. Немножко зацепил. Проверяй. Так. Так. О, отлично. Теперь еще один сюда воткну, и будет прям счастье. Жалко, тут вот никак не сделать по-другому. При великому сожалению. К сожалению, день рождения только раз в году. Так. И надо все это будет проварить. Сюда. Сюда, сюда. Вот этот блок можно убрать. Ну ладно, хрен на него. Куда я вот я его могу поставить? Ну вот сюда вот я его могу поставить. И, как говорится, и пифиг. Да и правильно. Нефиг. Нефиг. И какой красоты в наше время. Так, 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 так. И, в принципе, мы можем уже туда слетать. Посмотреть, что он нам там показывает. Замри. Чуть на меня. Повернись. Стой, так я все уложу. Get down here. Сам такой. Так. Ну что, все, все даже вроде как правильно. Вроде как должно лететь. Как с балкона. А? Ты что, проваривать, не проваривать? Я, в принципе, сейчас-то у меня нет планов особо таких глобальных. Что-то тут перевозить такое глобально взрывоопасное. То есть падать мы не должны. Но это только в теории. При великому сожалению. И к превеликому сожалению, вот один такой вот блок непроваренный, он ни от чего не спасет. Че у меня там такое? А, это тень. Я думал, сова. Я думала, сова. Так. И здесь еще одна батарея ложится. Прямо на эти трастеры. Идеально. Просто идеально, ребята. Просто вот идеальное расположение. Если этим боком упал, то это все. Это геймовер. Ну и ладно. Так, батарея. Забираем батарею. Вот это вот, что оно тут висит, правильно? Некрасиво, некрасиво. Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво. Вот, а вы мне тут это... Переживали, что без батареи останусь. На и... Бей сильней! Так, можно ее так поставить? Я же не приварю там. Ну, ладно, потом приварю. Текс, и сюда наверх. 8, 9. Широкую на широкую. Неправильно. А как в этой игре красить? Колесико мышки. Волшебник. Вообще. Вообще волшебник. Так, правильно или неправильно? Неправильно. Так, значит, я ее должен поставить. Ага. А, чего? Вот это. Вот это и туда. Да? Да. Приятно поговорить с умным человеком. Берем. За хвост. Так, зафиксировали. Ну давай, ты кашмал кушал. Не жраль. Ну почему все время в разные стороны? Get down here. Вот. Вот. Он часть моей мечты. Теперь мы и тормозить будем, и летать будем. Ой, как с балкона. Чувствуете, как настроение поднимается? Так, а что мы сюда еще можем придумать потом? А потом еще будем расширять. Сюда еще большую ерунду поставим. Но это не точно. Епс. Теперь мне запрыгивать в корабль вообще одно удовольствие. Ну что, пробуем? Не пробуем. Так, гироскоп включены? Включены. Батареи машины заряжены? Ну, на 15 дней хватит. Батареи, 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 батареи. Так, обатмаш. Что-то у меня две группы с батареями. А, это 0,1 батареи. Здрасте. Обатмаш. Сюда. Сохранить. Так, так, так. И 4 батареи. Правильно? Правильно. Отлично. Так, баткраулер. А чё, обатмаш, баткраулер. С чего? А, понял. Понял.
Сначала не понял, потом понял. Так, и еще у меня прибавилось два атмосферных ускорителя, которые будут null и null. Их сразу же выбираю и забираю вот эти вот. Так, выключен, включен. Вправо, влево, влево, вправо. В теории должно все летать. Как с балкона. В другую сторону-то газует? Газует. Так, ну чего, полетели? Ох, как он слетает. Ой, как он поворачивает. О, да, детка. Так, берем курс. Так, прям по курсу. На 4 километра, да? Это что у нас, какая точечка? Минус 2,5. Ну и полетели. Я примерно вижу, где. Япона, мать, он разгоняется. Вот это я понимаю, летим. Только не вижу точечки, которые я отметил. Что? Извините. Простите. Чего? Может, мне ее просто не видно? Отображать всегда. По курсу. Где она? Х. А, тут надо Х было нажать. Самое главное вовремя нажать Х. Километр пройден. На 1 час полет хватит. И дождь. Падают капли с неба на крыше. Мокрый асфальт. Что это подо мной было? Вот 2 километра. Ободонит? Вижу. А подо мной кто был? Галлюцинации. Ну ничего. В голове открылся люк. Ты не бойся, это глюк. Так, 2 километра. Ну, вообще не вопрос. Если 2 раза показал, значит, что-то вкусное. Правда, мне вообще в такую погоду ничего не видно. Но будем надеяться на мои прожекторы. Перестройки. Вроде как лечу прямо. Вроде как лечу. Но я боюсь разгоняться, потому что грядет. Ну и где ты? Покажи мне. Вот она. И чё там? Чё-то ищет тоже. А, это я на него навелся. Понимаю. Чё-то маленькое. Маленькое-маленькое. Как мне нравится, как мы летаем, а? 3 километра туда. Туда. Это на ННВ-2, да? 3 километра. О, машина. ННВ. 3 километра. Да не вопрос. Хоть полетаем по-человечески. Новые с текущей позиции. ННТТ. ННВ. Плюс 2. 3 км. 3 км получилось. 3 км. Пойдет. Желтенькая. Хорошо. Приземляемся к машине. Так, так, так. А может сразу так вот выправить? А, пиздюк. Вот туда 3 километра. То есть на Е. Ладно, переделаю. Нз, получился. Ну хрен на него. Сейчас посмотрим, что в машине есть вкусного. И поедем дальше. Так, я, по-моему, вижу большой рундук. Большой? Средний. Сволочь. Катина. Портил всю нашу жизнь. Так, что в тебе есть хорошего? Давай сразу кайся. Я тебе сразу распилять. Я тебя буду сразу распилять. Это малый конвейер. Конвейер не нужен. Это малый конвейер. Конвейер не нужен. Так, колеса. Колеса это святое. Чтоб это... Он показывает туда меня, говорит, пили. В это место, вот, вот, вот здесь вот, живое колесо. Хорошо. Этого мне как раз хватит. Вот, чуть покраснело, позеленело. Так. Так. Малый контейнер. Мое. Теперь-то как удобно пилить-то. Хрен распилишь. На тебе 3 аккумулятора, спасибо. 3 аккумулятора, это я ценю. Так, тебя, что с тобой будем делать? Смотреть, что в тебе есть. И, наверное, забирать себе или не надо? Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. У меня дома валяется, конечно, такой. Ну, ладно, что, возьму. Что нет-то? На безрыбье и сам раком станешь. Пошли. Так, быстро скоммунизил. О, даже уже зацепил. Я, правда, его убью таким образом, если зацеплю. Но ничего. Отперто. Отстань. И заперто. Еще хуже стало, да? Отперто. Цепись-ка.
не попал. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Во, идеально. Так, что в тебе еще есть вкусного? Что помешает тебе 9 километров туда, сам лети. Так, здесь вроде бы все, да? Да можно, конечно, панельку поставить, да посмотреть. Лентяй, Юрий Александрович. Не лезет, не лезет, не лезет. Пойдет. Так, лайт. Все, я тебя услышал. Мы уходим отсюда огородами. Так. Оп. И полетели. Сейчас на П нажму, отвалится? Нет, не отвалится. Так, на Е. 3 километра. Вообще не вопрос. Полетели. Видите? Видите? О, гора. Гора. Надо еще опять будет какой-нибудь океан найти. Потому что лед кончается. Интересно, если они сделают воду, где же мы будем брать лед? Или они безо льда? Ну не лагай, ну хватит. Достаточно. Так, дождик кончился, и я не вижу своих этих. Своих этих. Этих. Так, 3 километра туда, да? Но мы вначале здесь пролетим. Потом, жалко, что он не автоцентрируется. Вот где-то здесь. Где-то должно быть здесь. Где-то. Слушай, надо сюда переезжать. Мне эта пустыня уже задолбала. Никого нет. Нет, извини, ничего. Никуда не смотрите? Нет, никуда не смотрят. Обламанга. Значит, неверно. Такс. Может быть, покажет. Я в надеждах, что сейчас зацепим какую-нибудь эту постройку. Мне это, в принципе, видно. Мы можем в камеру, кстати, просмотреть. Это вот что такое? Что ты такое? Ать! Вот оно и нашлось. Наш лось. Только не воспринимает его за счет того, что большая решетка. Ёпты. Еще и гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? Правильно. Фе. Я боюсь два раза на Фе нажать. А мы его сейчас это... В тебе же никого? Давайте посмотрим, конечно. А то я его сейчас как пильну. Будет мне счастье. Да, приземляюсь я, конечно, как порядочная сволочь. Так, ну и что у вас тут? Что за член? Конвейерная труба, промышленный сортир. И конвейерная труба. И... Уняме. Понятно, понял. Занимаемся пилингом. Алява, приди. Все свое ношу с собою. 11 километров туда, не хочу. Стесняюсь. Все, что ли? Съел. Ешь. Ешь. Все, готово. Это я зацепился. Чисто? Чисто. А куда мы летели-то? Ахер его знает. Куда-то летели. Так, мы хотели в камеру разглядеть тут это. Может быть, что-нибудь так увидим. Кроме обугленных веток ничего не видим. Выжженный биом попался. Блин. Как всегда. Ух. Так. Один раз на фе. Потому что два раза на фе это выплевывает. Какой гром. Так, а я свою-то найду? Свой этот. Да, у меня генератор вон светится на полпланеты. Это я пытался свой баллон забрать, но никак. Никак. Куда-то сюда на 2 километра было, но вот не вижу ничего особо вкусного. Вообще, разведать здесь. Че это вот за коричневые пятна? Ничего, это листик такой. Ни хрена вы текстурку придумали. Йогурт без дат. Я только что видел дубовый листик. В игре.
Не, ну понятно, 13-й год, там все понятно. Всего лишь-то. 10 лет прошло. Начать и кончик. Интересно, у меня, по-моему, неверное отображение FPS, что ли. Он не шевелится ни в какую сторону. Куда бы ни поворачивал, все время 120 показывает. Ну, по-моему, нет. Так, ладно. Возвращаемся и машем. Так, вот там вот что-то узрел. Вот там вот. Вот это я глазун. Юрий Александрович, глазуне. А вы говорили, засахарилась. Судя вот по этой уронившейся ветке, я, по-моему, здесь был. Это, по-моему, колеса, от которых я уехал. Но это не точно. А это что такое? Это ничего такое, это такие лод-объекты у нас. Смотрите, оно еще и сверкает. Ну, конечно, дубовый листик меня немножко... Могу вам помягче сказать. Удивил. Ох, нихе. Как деревья-то вырастают. Как тебе такое, Илон Мявка? Слушайте, корабль прям вообще, прям песня. Абадонит 7 километров туда. Там шанс, что новый риснулся-то, конечно, есть. Сейчас погляди, что здесь у нас. По-моему, я отсюда уже все скоммуниздил. Но это не точно, поэтому посмотрим. Ну, вот так вот мне нравится. Вот когда вот так вот подлетаешь близко и прям смотришь, и прям так красота такая, прям. Лепотисича. То есть тут и тенек такой, и прям. Welcome to Space Engineers. Да, отсюда я, похоже, и этот скоммуниздил. Сейчас, если тут нет никого. А тут и нет никого. И тут нет никого. Да будет свет, а? Ну ладно, чё. Да, явно я здесь был. Я здесь был. Мед пиво пыл. По ушам текло. И машину разобрал же, да? Махина. Колес не спилил. Может быть, и не разобрал. Нет, суть потому, что ящик пустой разобрал. А что же это я так это... Махын, ты не все разобрал. Ну вот. Нет, вот так вот мне нравится, понимаете, когда вот такая вот, такое освещение, вот так вот тень вот такая падает. Вот за это я полюбил инженера, вот так вот. Ощущение вот тут веток свисающих. Это вот красиво. У меня даже в такого вы еще не видели, где-то был мир там... Который на ультра-ультра настройках только работал. У меня на самом минимальном и то не пердел, не чавкал. Но 15 кадров показал. Даже такого вы еще не видели. Снял по этому супермиру. Я, правда, не помню, где это было и когда это было. Но очень-очень сильно давно. Давным-давно. Так, ну что, товарищ Чим. Я считаю, что переделка... моего корабля по минимуму сделано. Он стал покороче, он стал похож на плоскодонку. Он может пилить. Почему у меня все время пилило крутится? Сейчас бы попилил бы, пока приземлялся. Так, а вон там вот что такое? Ух, ёпта. Это я там был? Внезапно все рисается, и хрен поймешь, был ты там или не был. А, ну если там точка стоит, то значит был явно. Отсюда же полетел. Правильно? Карлсон залетел и ждет малыша. Да, вон зеленые мои пристройки. Надо метить. Точно, надо метить зелеными блоками. Так, это что такое? Это фигня. Давай по новой, Миша. Так, надо отсюда выезжать. Здесь я тоже явно был. Да. Мы просто сейчас удовлетворяемся с теми панелями солнечными. Их обязательно надо забирать. Особенно на малую решетку. На большую хрен на них. А вот на малую решетку прям по-любому надо забирать. Что у меня по тормозам? Тормоза придумали трусы. А там что? А, это все еще ты. Это все еще ты. Так.
генератор. Значит, мы сейчас забираем вот эти вот все мои солнечные панели, куда-нибудь их себе присобачиваем на малую решетку. И где у меня вход-то? Где у меня зарядный вход? А, вон, с той стороны. Мне еще это надо сундук... Рундук сплюнуть. А почему бы мне его вверх сюда не поставить? Слушайте, как идея. Как идея. Так, Дайв смал. Дайв такой маленький-маленький. Так, я же разобью? Это не точно. Ах, так хочется. Ладно, будем жопью парковаться. Так, не вижу. Так. Вперед. Вперед. А чё он хвостик-то поднимает? Внезапно поднял хвостик. Вот, молодец. И... Мы сделали это, ребята. Да, у меня тут даже адекватный запрыг есть. Видали чё? Профессионал, бля, стящий. Так, ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала. Спасибо, что смотрите меня, дожидаетесь моих новых видео, стараюсь выпускать их по мере своих возможностей, записываю оптом. Огромнейшее спасибо вам за любую вашу поддержку. Спасибо, Ильяс, тебе за то, что мне на новую батарею скинулся. А, оно же выключено. Чё, не летим? А чё оно как херово летит вверх? А, трастер же спилил. Пилил уже трастер. Пилил. Да, без одного трастера летит он хуже намного. При великом сожалению, но мы, у нас цель-то только поставить его сейчас на зарядку. Все зарядим. С этими разберемся в следующей серии, которую я, наверное, прямо сейчас и буду записывать. Внизу под видео все описания. Так, гаситель выключил здесь, гаситель выключил там. Надо это себе воткнуть эту большую надпись. Включи гаситель. Требуйте долива после отстоя. Так, в общем, сюда вот я могу эти маленькие батарейки солнечные нахреначить. В принципе, мне за это и ничего не будет. Я тут еще... Ой, сколько всего. А вот резака нормального нету. Только первый. Жалкость. Внизу под видео в описании вы найдете все ссылочки. Если кто захочет поддержать, вам огромнейший лайк. А я вам отдаю свою честь. Ой, надо было настройку вот эту вот сделать. Мне, чтобы ОБС выключить, мне в другое окно надо. Чтобы у вас тут феншуй-то не портился. Вот. И, как всегда, Юрий Александрович даже ничего не разбил, целое даже починил. Что же, ребята, всем вам лайк, всем до новых встреч, всем приятной игры. Берегите себя и своих близких, это самое дорогое, что у нас есть в нашей жизни. Живите на позитиве, всем лайк, подписывайтесь. До свидания, скоро увидимся. Всем пока-пока. А это список всех поддержавших меня с самого начала развития моего канала. Коралла.